Добрый день, уважаемые зрители! В эфире программа «Здоровье» и ее бессменный ведущий, журналист Владимир Конь. Тема нашей сегодняшней передачи – «Здоровый образ жизни». Накануне 8 марта мы пригласили к нам в студию доктора, ведущего терапевта концерна радиоэлектронных технологий и главного специалиста по здоровому образу жизни Дарью Соломоновну Тельц. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хочу вам рассказать то, что в концерне очень хорошо поддерживается здоровый образ жизни наших сотрудников, и для них нашими научно-исследовательскими институтами разработан ряд программ, которые мы успешно внедряем на территории нашего концерна. Первая программа, про которую я хочу вам рассказать, это ежегодный медосмотр сотрудников концерна. Давайте посмотрим, как он проходит у нас. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Хочу сказать, что весь медицинский персонал очень следит за тем, как сотрудники питаются, всегда готовы предложить им разнообразное диетическое меню и также отследить, как они его соблюдают и, если нужно, оказать первую медицинскую помощь прямо в столовой. И, конечно, всеми нами любимая производственная гимнастика. Прямее держитесь, прямее! Уважаемые телезрители, я бы хотел сейчас представить вам нового гостя нашей студии. Это ведущий специалист одного из предприятий концерна, доктор наук Федора Емельяненко. Здравствуйте. Сегодня я рада представить вам совершенно замечательный продукт, разработанный на нашей научной базе – кретин. Я хотел бы отметить, что этот препарат, который нам только что показал доктор, на самом деле он разработан совершенно по уникальной форме, которая гарантирует воздействие на человека на молекулярном уровне. Это сироп, который способствует повышению иммунитета, работоспособности. Проблемы с ЖКТ решает полностью. И мы сейчас можем посмотреть, как он применяется в рамках нашего концерна. Стоит
заметить, что у нашего препарата имеется интересный побочный эффект. На этом наша передача закончена. Это была программа «Здоровье» и ее бессменный ведущий, журналист Владимир Конь. До новых встреч. Я знал, что это будет редактор. Все.